Солнце, Сочи, совещание. Тема – итоги работы по охране труда, промышленной, противофонтанной, пожарной и газовой безопасности в дочерних обществах и организациях ПАО «Газпром» в 2023 и задачи на 2024 год. Наша делегация защищала проект «Пилотное внедрение информационно-управляющей системы организации работ повышенной опасности». Этот цифровой продукт тестируют на двух объектах заполярного месторождения. После выполнения необходимых мероприятий по наряду допуску, система с помощью газоанализатора с функцией беспроводной передачи данных автоматически фиксирует анализ газовоздушной среды. Был очень серьезный интерес у главных инженеров и в целом участников совещания. Вопросы в основном касались практического применения данной системы и реализации в дочерних обществах «Газпрома». Мы видим большой потенциал развития системы. Это интеграция с различными элементами и ресурсами, и другими системами, что позволит поддерживать в актуальном состоянии нашу систему, а также отвечать всем вызовам времени. Компанию «Газпром Добыча Ямбург» представлял главный инженер, первый заместитель генерального директора Виктор Моисеев и профильные специалисты. Презентацию показывали три раза, отдельно для каждой группы большого совещания. Основную часть времени заняли ответы на вопросы слушателей. ИУСОРПО – инновационное решение в сфере производственной безопасности. Глобальная система, которая включает в себя современные барьеры и инструментарий, видео и фотоконтроль, предиктивный анализ. Позволяет снизить риски возникновения нарушений и негативных событий на производстве и, как следствие, гарантирует достижение целей в области производственной безопасности. Кирилл Мамонов, Сочи, Новый Уренгой.